Всем привет, это Северный Степной Крым. Сегодня у нас какое? 23. 23 сентября 2022 года. Пчелки работают, 21 градус в тени. Семьи, интересно, какой-то семьи. Муравьи хитрые какие. Сделали, короче, прямо перед литком муравейник. И весь подмор, который выбрасывают, муравьи сразу его едят. Такие продуманные муравьи. Не трогаю их, не убираю, они пчелам не мешают абсолютно. Здоровая пчела, если кто-то сядет, она улетит, а подмор какой-то, если выбрасывает. Немножко мешает, да, тебе пчела? Видишь, какая движуха, да? Угу. Хочу посмотреть по кормам. Эту рамку, короче, я ставил кормовую. Это я ставил. В эту семью я ставил три рамки. По-моему, две спереди и одну сзади. Кормовые. Вот сейчас. Да. Смотрите. Видно, да? Битком залито. Печатает. Это вот. Это хорошая сильная такая семья. Шесть рамок Дадана получается битком такая, плотняком. Хорошая семья. Для моего улья это прям очень сильная. Смотрите. Вот так вот все залито, только не печатное еще. Зальются. Еще есть время, еще немножко будет теплых дней. Да, уже, конечно, ночи, да, стали холоднее гораздо. Угу. Чувствуется уже осень. Конечно, ну. Уже и днем так не прогревает. Смотри. Угу. Красота. И печатать начинает. Угу. Подпечатывать. И подпечатывать. Внизу там по-любому. Видно, да? Угу. Подпечатывает. Вот что дает. Вот сними, там решетка стоит. Вот что дает постановка решетки. Матка здесь не работает. Вот это вот все, что я листаю сейчас рамки, это были пустые рамки. Это я дал вот осенью, ну, когда откачал сапору, получается. Я дал осенью пустые рамки. Видно, да? Такой темненький, да, красиво? Угу. Гантарный, но это пчелкам, это не мой. Это уже табу. Это для пчелок, для зимовки. Это они будут на нем зимовать. Это сурепка, кермек и там, ну и такой перемешку. Ну и вот еще одна рамка, которую залили. Это я. Сейчас. Все битком, да? Вот, а вот это вот две рамки, которые я еще давал. Сюда я три рамки давал в эту семью. Больше уже закончились рамки у меня с медом, получается, я давал. Да больше и не надо, сами видите, они все залили. Здесь как бы еще можно было даже вообще не давать. Можно было этой семье. Это я вот давал две рамки. Нормально, меньше им сейчас печатать надо, меньше. Пусть не заподливают. Вот так. И давай быстренько попробуем не посмотреть. Интересно, что там. Можешь тормознуть на паузу, можешь поставить? Короче, сейчас посмотрим с вами вместе низ. И сразу уберу решетку, потому что все, там уже, в принципе, тут светлая рамка и все залито. Уже, я думаю, туда матка не подымется, если и подымется, то там не особо. Уже ночью все холодает. Сейчас матки начнут сбрасывать уже яйцекладку. Короче, у этой семьи можно убирать решетку. Вот когда вот до такой степени уже залиты, то уже можно убирать. Более там светлые все рамки вверху. Все залито медом. Так что, в принципе, уже можно убирать. Я думаю, тут и низа уже не льют. Посмотрим. Ну все, вот эта семья уже по-любому убираю решетку. У меня уже осталось не так много семей, где решетки остались. Уже по большей части я убрал везде. Здесь они уже готовы, по сути, зимовать практически. Подпечатают. Тут еще вот подпечатать надо. Подпечатают медок. Будет завтра продолжаться, я думаю, подпечатать. Приклеили, а? Хрен это дрёшь называется. Как осенью. Прополисует семья. Такая неплохой сила. Хорошая. Боюсь поломать решетку. Она у меня тут, ну, пластик ломки такой. Такой, как керамика. С одной стороны, хорошо, что он не гнется. И ячейка идеально. Все одинаково. Как бы отличное качество решеток. А с другой стороны, они ломки. Особенно вот сейчас на холоде. Пошла же. О. Видите, сколько прополиса. Блин, ну его сейчас смысла нет снимать. Он твердый, он сейчас будет сыпаться. Я его сейчас не сниму.
наверное. Попробую сейчас. Нужно попробовать снять. Пока тормозни. Пропорт снять. Знаешь? Да. Короче, сняли прополис. Покажи, сколько получилось. Возьми, покажи. Ну, вот такой шарик получился, нормальный. Почти на 100 рублей. Чуть-чуть бы еще до 100 рублей не дотянуть. А, там если сверху почистить, сейчас можно сверху еще почистить. В общем, удалось снять прополис. Сейчас низа смотрим, что тут по низам. Смотрите. И маточку сразу по возможности. Вот так вот крайняя выглядит. 21 градус тепла, но сегодня такое, солнышко светит, на солнышке побольше, поэтому немножко можно залезть. Ну, вторая рамка вот так. Вот семья сильная, тут расхода будет дофига. Ну, сейчас вот они подлились. В принципе, матка должна потихоньку, они должны ее подливать. Вверх подлили. Полностью расход. Ну, печатная по большей части. Ну, меня интересует открытый. Печатный, понятно. Три рамки. Четыре рамки. Но тут открытый еще закрывают. Печатают. Ну, сами понимаете, что семья хорошая, сильная. Тут явно никаких болезней, заключенностей, у них ничего такого нету. Мед хорошо собирают они. Тут легкая рамка, все расплод. И сеет матка. Засев. Тут матка может быть. Все засеяно. Семьи ближе. Она не видно. Не, вот засев. Ну, конечно, будет засев. Чтобы... Семья нормальная, обогревается, неплохо. Взяток идет, приносы идут, пыльцу. Нектар пруд. Понятно, что будет засев. Ну, ничего, у нас ну, тут тоже где лупится засеяно. Вот маточка. Вот. Кстати, матка не такая большая уже. Да? Ну, да. Матка, кстати, уже не такая и большая, начала худеть. То есть, в принципе, она уже подсбрасывает яйцекладку, получается. Ну, сеет. Вот где лупится, все засеяно. Вот лупится пчела и сразу сеет. Ну, все, тут получается внизу темная рамка. Ну, уже как темная, в смысле. Она этого года, вся светлая, понятно. Но уже там матка выводила расплод. Тут тоже, где немножко вижу, вон стоят ячейки. Расплод тоже. И подлито вот нектар. Который подносит, сразу подлито. Ну все, решетку в этой семье уже выдернули. И вот смотрите, сейчас покажу, как тамбур в осенью они делают. Вот здесь нектар. Это все нектар напрыск полностью. Ты его сейчас, видно? Угу. Его сейчас получается струхнуть, он поет. Это то, что сегодня уже натаскали до обеда. Ну вчера, сегодня там, короче, натаскали в последнее время. А вот это чисто, тут вон, немножко, видишь, напрыск? Чуть-чуть. Угу. Все, чуть-чуть пчелы напрыск, а тут все, это тамбур получается. Крайняя рамка, то есть от литка ее. Сейчас получается, чтобы воровок не привлекать, они не это. Ну все, теперь что. Только обработки. Обрабатываю маслом полыни таврической еще раз. С обработки стандартной, весь сезон. Ничего такого нету, я уже еще раз показывал, как я обрабатываю. Сейчас без полосок, просто с распылителя. На холстик, в общем. Брызгаю масло полыни таврическое, распылителем и все. Все, вот. Вот тут она, короче, сядет, частично там и частично зацепит вверх. Полномедный верх. В принципе, это уже практически готово зимовать. Семья. Осталось только, в принципе, им допечатать будет. Там в низах есть. Немножко корма весь по... Вверх полностью весь кормовой, это 10 килограмм, там стабильно меда есть. И низа немножко подольют, еще подпечатают, и, в принципе, будет готово. Там немножко прополиса есть, сейчас снимаю прополис, короче, и все. Закрываю. И просматриваю, сейчас готовлю и буду обработку делать. Очередную обработку буду делать, чтобы пчелки сегодня тепло, они облетаются. Спасибо за просмотр. Вот так вот выглядит. Идеальная семья в Северокрымском улье. Вот если бы вся пасека вот так вот была, вообще была бы идеальная. Но, к сожалению, есть семьи, где чуть похуже с медом. Ну, такое. Всем пока.